Взгляд женщины на мир женщин. Яркие цвета и простая геометрия. В Златоусте открылась выставка картин «Мир без границ» известной актрисы, заслуженной артистки России Любови Вишневской. В галерее представлены работы с 1985 года до наших дней. Моя первая работа – это была Джульетта, потому как я актриса, естественно, все мечтают сыграть и Джульетту, Дездемон. Заслуженная артистка России, лауреат государственной премии Любовь Вишневская много лет блистала на сцене драматического театра «Омнибус». Во времена актерской работы начала рисовать пастелью, и это уже пятая выставка ее работ. Сегодня эти работы представлены, вы видите, это не сборная солянка, да, это просто вот настроение, которое приходит и уходит. То есть, понимаете, а настроение – это такая изменчивая, переменная, да, то оно хорошее, то оно плохое, но оно вечное. Ее выставки проходили в Москве и Санкт-Петербурге. Работы актрисы украшают стены домов Германии и США. В этой экспозиции «Мир без границ» представлены 20 картин в техниках пастели и карандаша. Здесь просто смешение стилей. Здесь импрессионизм, японская гравюра. Но это настолько все тонко сделано, настолько все завораживает. И, конечно, вот этот женский взгляд на женщину вообще, ну, мне очень откликнулся. Выставка работ Любови Вишневской продлится до 7 июля в мастерской Владимира Жарикова в Златоусте.